Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Як завжди, по понеділках ми зустрічаємось з представниками силових структур нашої області, і я дуже рада вітати нашу гостю. Сьогодні це Ганна Забєліна, начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю ОМВС України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про завдання, про основні завдання служби і дамо кілька порад наша гостя дасть вам для того, щоб не потрапити на гачок до шахраїв. Анна Олександровна, от давайте і почнемо з головних завдань служби вашої. Може бути кілька статистичних даних, які успіхи є, пожалуйста. Да, добрий вечір ще раз всім. Как вы знаете, в структуре управления Министерства внутренних дел по всей Украине были созданы еще в 2007 году наши отделы. Основной задачей наших отделов является организация и практическое обеспечение реализации государственной политики по предупреждению и противодействию преступлениям, которые совершаются с использованием высоких информационных технологий. Какие это преступления? Это преступления в сфере телекоммуникационно-информационных технологий, в сфере электронных платежей, в сфере незаконного контента, в сфере хозяйственной деятельности, также нарушение прав интеллектуальной властности, то есть это авторского и смежных прав. Ну и, конечно, основное – это преступления в сфере информационной безопасности. Если мы берем статистические сведения, то в 2015 году всеми подразделениями ОВД зарегистрировано всего 109 преступлений по нашей линии, ну, по линии работы киберотдела, отдела по борьбе с киберпреступностью. Если мы возьмем по направлениям деятельности, то по незаконному контенту у нас зарегистрировано 7 преступлений, из них 3 раскрыто по краже со счетов, с банковских счетов у граждан. У нас зарегистрировано 21 преступление, из которых 17 раскрыто. В сфере информационной безопасности всего 13,6 раскрыто. И, естественно, львиная доля всех преступлений, она выпадает на мошенничество. То есть это в сфере хозяйственной деятельности, мошенничество, связанное с электронной коммерцией и с карточным мошенничеством. Вообще, если взять так в процентном соотношении, то мы можем говорить о том, что у нас более 70% преступлений – это мошенничество. Когда завладевают деньгами граждан, либо по их неосторожности, либо серьезные хакерские атаки происходят на банковские системы. Но основная масса таких преступлений у нас, конечно, связана с мошенничеством. Об этом мы поговорим на протяжении нашей программы. Немножко позднее я хочу напомнить, что у нас есть номер телефона, прямой номер телефона в нашу студию. Это 76-92-42, он на ваших экранах. Пожалуйста, звоните, спрашивайте, и наша гостья вам с удовольствием ответит на все ваши вопросы по нашей теме. По нашей теме. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот есть у меня такое вот данные, да, оперативно-профилактическая операция «Трикстер». Вот что это такое и какие результаты уже есть, наверное, раз вот да, проводится. Да, я поняла. Как вы видите, если основную часть всех преступлений составляет мошенничество, естественно, это не может не тревожить наше руководство и руководство Министерства внутренних дел. Поэтому Министерство внутренних дел было инициировано проведение операции «Трикстер». Что такое «Трикстер»? Да, если брать перевод с английского языка, это «обманщик», «мошенник». Ну а если брать уже не чисто английский язык, а взять обиходные слова, «трикстер» — это человек, который занимается мошеннически, обманывает мошенническими действиями в системе интернет, как бы электронный мошенник. Так вот, с целью активизации, раскрытия такого рода преступления министерством инициировано проведение этой операции. Она проводилась ровно месяц, с июня по июль. Я могу сказать основные цифры какие. Там очень много показателей, но то, что интересует наших зрителей,
Это мы зарегистрировали 29 преступлений, правонарушений, связанных с мошенническими действиями. Это как карточная, так и электронная коммерция. Я попозже объясню разницу между ними. Всего нами раскрыто 16, сообщено о подозрении 4 лицам. Кто эти лица? Это все лица, жители либо города Николаева, либо Николаевской области, которые совершали мошеннические действия в отношении граждан, жителей Украины, а также у нас есть два заявления. Одно заявление гражданки Российской Федерации, второе заявление гражданки Республики Беларусь. Они тоже раскрыты, они входят в это число, в 16. Плюс нами проведено в рамках этой операции 6 обысков в общей сложности, изъято более 7 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, карточки, банковские карточки, по которым обналичивались деньги. То есть это деньги, фактически завладение было на территории Николаевской области. Кроме того, распространяются сотрудниками внутренних дел, распространяются специально в рамках той же операции специальные памятки, которые призывают людей не совершать тех действий, которые могут повлечь за собой финансовые проблемы. Я так думаю, что эта ситуация уже, многие уже знакомы с этой ситуацией, вал идет серьезный. Мошенничество такого рода. Ну, как бы это основные показатели. Mm-hmm. Если что-то поподробнее, просто объемная тема. А вот смотрите, мы в прошлый наш эфир, да, говорили о том, что и отдел занимается международным сотрудничеством, да, если да. Это, если преступления требуют такого сотрудничества, да. Вот эта вот операция, вот смотрите, да, там гражданка России, гражданка Молдавии, преступления были совершены на нашей территории, правильно? Фактическое, да? Завладение денежными средствами на нашей территории. А вот давайте еще вот напомним, а если вот что-то, допустим, случается с жителем Николаевской области, да, ну в той же Молдавии или в России, или вообще в соседней, ну в Белоруссии, то, да, у наших соседей. Каким образом? Вы, ну, как скажем, отслеживаете вот такие случаи? Да, конечно. Да? И да. Вы, нельзя сказать, что вы контролируете, да, ваших коллег, но какая-то взаимосвязь есть? Да, взаимодействие. А как это выглядит? Как это выглядит? Если жертва преступления стал житель Николаевской области, он обращается в любом случае в милицию по месту жительства. Угу. То есть это в райотдел, либо в городе, либо по области. В районный отдел внутренних дел. Так вот, после того, как проводится ряд оперативно-следственных мероприятий, которые направлены на поиск преступника, если мы устанавливаем, что преступник является гражданином другой страны, то в рамках... Или вот эти действия, да, были совершены, совершены оттуда, и завладение, да? Да, и завладение денежными средствами произошло на территории другой страны. Украина является участником всевозможных... Они соглашение, конвенции, да, соглашения, да, международных конвенций, соглашения, в том числе по уголовным делам. И уже тогда нами УВД инициируется ходатайство о правовой помощи, в котором излагается вся суть, идут копии документов, которые послужили основанием направления ходатайства о правовой помощи в иностранное государство, и тогда через Генеральную прокуратуру данное производство оно направляется на территорию той страны, где произошло фактическое завладение деньгами. Ну и потом вы отслеживаете, да, да, каковы результаты, да. И точно, да, так же, как бы, действуют ваши коллеги в других странах. А, в принципе, вот когда происходит кража, или, не дай бог, убийство, или какое-то еще преступление, но там вроде бы все понятно, да, есть... То, что украли, скажем, вот кража, да, есть то, что украли, есть пострадавший живой, вот он стоит перед работниками милиции, да, а у вас, конечно, такие, скажем так, вот немножко виртуальные, да, немножко, а действительно виртуальное преступление, потому что, в принципе, да, денежные средства, они на карточке или там по документам, допустим, насколько вообще сложно документировать такие преступления, насколько сложно вот их по видам там разбирать, да, потому что каждый вид требует, наверное, своего подхода к расследованию.
Насколько вообще сложно этим заниматься? Они сложнее, чем, допустим, классические преступления, к которым все привыкли, которые существуют на протяжении уже, можно сказать, веков? Вы задали абсолютно хороший вопрос, правильный именно с точки зрения сегодняшнего дня. С развитием интернет-технологий, естественно, преступность, она не находится в стороне, она участвует. Она придумывает... Она совершенствуется вместе с технологическим прогрессом. Да. Преступники, они придумывают все новые и новые методы обмана граждан. Цель – это, естественно, завладение либо личной информацией, которую можно потом продать, либо денежные средства. Поэтому... Как бы я не могу сказать, что эти преступления виртуальные. Мы физически встречаемся с потерпевшими, мы физически проводим обыска и задержание преступников. Но сама процедура поиска и сама процедура установления самого преступника, его местонахождения, она несколько отличается. Отличается чем? Ну, скорее всего, первое – это действительно высокими информационными технологиями. Потому что, как я уже я оговорюсь, преступники, они усовершенствуются. Нам сейчас мало нам сейчас установить IP-адрес устройства, с которого производилось, допустим, взлом компьютера, либо взлом системы, либо еще какие-то нюансы. Сейчас важно установить, что это, и доказать, что это именно этот человек. Потому что IP-адрес может проходить через прокси-серверы, через... Я просто не хочу наших слушателей... Ну, то есть, в принципе, этим IP-адресом может воспользоваться человек, который находится совершенно в другом месте, да, подключившись к этому. Ну, например, если так попроще. Да, попроще. Например, мошенник, находясь в Харькове, использует IP-адрес страны Буркина-Фасо или Молдавии или Соединенных Штатов Америки, а физически он находится в Харькове и может вмешиваться в деятельность, допустим, какого-то устройства в Николаеве. То есть это все совершенствуется. Как далеко шагнули, да, технологии новые. Давайте вот к примерам перейдем. Да, вот самое характерное преступление и вот что может быть наиболее резонансное, наиболее интересное было раскрыто вами, вашими коллегами, вообще может быть вот по международному опыту вот так вот. Ну, конечно, наши интереснее, да. Наши примеры, они в первую очередь, а дальше уже вот похвалим других. Я хотела бы остановиться, наверное, все-таки на мошенничествах. Почему? Потому что они составляют большую часть. Например, вот в рамках операции «Трикстер» нами был установлен житель поселка городского типа Доманевка, который занимался мошенническими действиями в сети интернет. Как именно? Под предлогом продажи товара. Что он продавал? Он продавал ноутбуки несуществующие и мобильные телефоны. Дорогая достаточно вещь, одна и вторая. Естественно, чтобы привлечь покупателя, цены немножко занижал. Он публиковал свои объявления на популярных интернет-аукционах и настаивал на предоплате. Естественно, человек, который хочет купить ноутбук, он для себя отмониторит полностью ценовую политику. Какой сайт, какой пользователь, какой юзер какого-то интернет-аукциона предложит ему лучшую цену. И за такую цену он и купит. Чем меньше цена, тем нашему герою это выгоднее. Так вот, наш мошенник этим воспользовался. Он ставил цену не в половину меньше, чтобы никто не заподозрил, а на 300, 400, 500 гривен ниже, чем средняя цена этого товара вообще на интернету, да, на интернет-аукционах. И люди, они ловились на эту удочку. Например, один из потерпевших, он говорит, я понимал, что что-то не так. Сначала договорились о том, что товар направят наложенным платежом. То есть, когда он имеет возможность осмотреть товар, отвечает ли он условиям, качеству. И заплатить потом. Да, и затем заплатить. Он говорит, ну я не знаю, почему меня уговорил продавец, ну наш, скажем так, мошенник, уговорил сделать предоплату.
Почему? Потому что вот, а мне вот предлагают лучшую цену, больше, но вы мне так понравились, вы... Ну, определенно, да, психологический подход, прием, да, определенно, эти люди хорошие психологи, мошенники, да, как правило. Верно. И он сделал предоплату. Mm-hmm. Предоплату он совершил ровно на 50%, отправив деньги, товар он не получил. Наш мошенник и не планировал, у него и не было этого товара никогда. Получив информацию, мы, кстати, мы взаимодействуем с службами безопасности всех практически всех интернет-аукционов, интернет-магазинов, ну, всех интернет-площадок, интернет-торговых площадок интернет. Мы получили о нем информацию, хотя он несколько конспирировал свою деятельность, то есть он постоянно менял точки выхода в интернет, а это достаточно проблематично с точки зрения следствия. Нужно доказывать, что именно он пользовался. Эта процедура, она требует большего количества времени, потому что все действия, связанные с доступом к банковской тайне, либо с доступом к информации, которая находится у интернет-провайдера, она требует санкции суда. Поэтому, хотя он и конспирировал свою деятельность, мы его, в принципе, установили. Его причастность доказана как и его показаниями признательными, так и проведенным обыском. У него изъята компьютерная техника, изъяты мобильные телефоны, всевозможные гаджеты, с которых он выходил в сеть. Проведенная экспертиза доказала всю историю браузера, то есть доказала, где он, как он выходил. Ну, в принципе, дело осталось за малым. Осталось возместить ущерб потерпевшим. Ущерб в среднем составил, у нас 9 потерпевших уже установленных, те, которые внесены в единый реестр досудебного расследования, и еще 4 человека, которые направили нам свое заявление. В общей сложности ущерб составил около 14 тысяч гривен. Ущерб нанесен тем гражданам, которые пытались приобрести у него технику. А вообще, как долго может вот преступник удачно, да, удачно для себя действовать вот таким вот образом? Таким образом, другим образом. И вообще, вот какой ваш тип преступника? Потому что, да, грабитель – это один тип, да, у него определенный психологический склад, у вора – другой. У еще там человека, который там какие-то мошеннические действия, но напрямую, на доверие, да, да, вот, да, третий, а вот у вас, какой у вас преступник, ну, обобщенный, портрет его? Да, обобщенный портрет вряд ли я вам нарисую, но, допустим, ну, все-таки есть, возьмем, наверное, какие-то, да, возьмем, черты, возьмем общие, да, вот общие черты. Обычно у нас это люди, это как женщины, так и мужчины, в возрасте от 18 до, наверное, 28, ну, до 30 лет, это уже потолок. Ну, так как это все-таки сфера инновационная, постарше люди, они владеют такими навыками, но... Ну, что-то еще придумывают другое. Да, другое, да. Но чаще всего, ну, скажем так, мошенничество – это самый неквалифицированный вид интернет-преступлений. То есть это самый легкий, доступный. Да, то есть хакерство – это уже, да, повыше, да, это уже гораздо, повыше, да? Да, и там посерьезнее, и там и не один человек работает, скажем так. Чаще всего эти люди, я, честно говоря, даже не знаю, чем они руководствуются, потому что, ну, найти их не составляет, в принципе, труда. Есть способы сокрытия, утаивания, но любое интернет-мошенничество, оно оставляет электронные следы, которые, как бы ни старался мошенник скрыть, они все равно остаются. И если мошенник пытается их скрыть, наша экспертная криминалистическая служба, она их все равно восстанавливает. Что еще могу сказать? Чаще всего это люди либо являются студентами высших учебных заведений, либо закончившие высшие учебные заведения, по каким-либо причинам оставшиеся без работы, либо по каким-либо причинам нуждающиеся в срочной сумме денег. Ну, как я говорила уже, это самый легкий способ интернет-мошенничества. Что нужно нам знать, о чем нужно помнить для того, чтобы не попасться вот такому человеку, вот, для того, чтобы не подпустить его близко и, соответственно, потом для того, чтобы не лишиться своих законных денежных средств? Ну, основное, что бы хотелось посоветовать.
Вы знаете, если мы говорим о преступлениях в сфере электронной коммерции, да, это покупка-продажа товара в интернете. Поговорим о покупках. Чаще всего к нам обращаются граждане, которые лишились денежных средств, они произвели предоплату, которую товар не получили. Что необходимо запомнить? Самые простейшие правила. Первое. Если вы общаетесь с продавцом, которого женщина, да, женского пола, там зовут Мария, а номер счета и человек, который владеет этим счетом, допустим, мужчина, либо тоже женщина, но совсем с другими контактными данными. Это должно, первое, что должно насторожить покупателя. Почему? Потому что чаще всего преступники пользуются так называемыми дроповскими карточками. Не секрет, что в интернете можно купить банковскую карточку любого банка с пин-кодами и пользоваться. Например, карточка выдана в Ужгороде, а работает она в Николаеве. То есть обналичится физически денежные средства. Первое, что должно это насторожить, выясните у покупателя, у продавца, почему, по каким причинам. Ну, естественно, там могут придумать все, что угодно. Ну, да, что и мама, бабушка, и жена, и сестра. Угу. Но все-таки это первое, что должно насторожить. Второе. Через любой поисковик, через любой браузер введите, не поленитесь, введите номер счета, который вам предоставил мошенник, либо номер телефона, по которому вы звонили, либо фамилия, имя, отчество владельца этого счета. Введите в любой поисковик. Дело в том, что как и преступники не сидят без усовершенствования, так и потерпевшие. Они молодцы, они объединяются в такие интернет-сообщества, да. И они распространяют информацию. Черные внимание, списки, да, абсолютно верно. Внимание, мошенница, внимание, мошенник. Мне очень нравится, если можно, я перейду пример на сайте Клумба. Угу. Там продажа, покупка-продажа детских вещей. На сайте Клумба там есть целый раздел. Кстати, и этот сайт «Безопасность» нам помогла установить нескольких наших преступников, бандитов, и найти, мы нашли с их помощью и потерпевших, которые перечисляли деньги на счета мошенника. Так вот, не поленитесь и попробуйте найти. Если это мошенники, о них будет в любом случае информация. В 50% случаев граждане, которые обращаются, они говорят о том, что я перевел деньги, вот меня обманули, мне ничего не прислали, и вот я ввел в поисковик, а там такая информация, что они мошенники. То есть, что ему стоило до того, как перечислить деньги, вы понимаете. Ну и что? Наверное, нужно как бы запомнить, что лучше всего признак добропорядочного продавца – это возможность получения товара наложенным платежом, когда вы имеете возможность ознакомиться с ним, его пощупать, посмотреть, отвечает ли он тем характеристикам, которые были заявлены. В случае, если он вам не подходит, любой наш почтовый сервис, он имеет возможность отказа, указав причины отказа в присутствии сотрудника этого почтового сервиса, отделения, и отказаться, все. И созвон, естественно, созвониться с мошенником и либо не мошенником, да, и высказать. Продавцом, да, добросовестным. Да, недобросовестным продавцом. Да. Спасибо большое за то, что вы были у нас сегодня. Приходите к нам еще. Это очень ценные и очень полезные советы. Спасибо вам большое еще раз за такой интересный эфир. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Нехай так буде і надалі. Бережіть себе, не довіряйте, просто не довіряйте отак от одразу. Перевіряйте, тому що якщо наші злочинці, вони себе так виховують, так, користуються новітніми технологіями, то ми також можемо їми скористатися і не будемо потрапляти на вудочку таких шахраїв. Давайте будемо уважними, і все у нас буде добре. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.